Всем привет! С вами Трибунал, и я сегодня опять снимаю долгожданный обзор на Люцифера. Это топ-упырь русских серверов. Значит, на данный момент 18,2 миллиона мощи. Это та, которая боевая, билды меняются регулярно, и поэтому мощь прыгает. Было и 19, это был разгоночный билд, и было и 17,5 недавно. Но на данный момент это 18,2, это его рабочая мощь, скажем так, боевая. Значит, посмотрим, что у нас по статам. Не буду, максимально постараюсь очень быстро сделать обзор, потому что затягивать не хочу. Значит, духовка у нас в основном вся на ХП, есть плюс урон один стат, прочность и крит. Так, музыкалка, естественно, максимальная. Последняя, 12-я. Так, посмотрим здесь, что у нас под обстатом. Так, свадебное колечко, ПВПшное колечко. Значит, 149 уровень, это максимальный, 214 звезд. Это еще в процессе докачки. Так, что у нас по крыльям есть эффект? Здесь дополнительно 80 уровень, также максимальный. Смотрим ПВП снарягу, вся у нас на крит. Здесь шанс 10%. Так как прокачка до 114, здесь везде шанс 1%. По статам 73 ляма хп, 605 тысяч атаки, по 200 тысяч ПДФМДФ, 4067 ПВП мощи. Билд Хель Один, естественно. Так, значит, крита почти сотка. Буду озвучивать только основные статы. Те, которые ниже среднего, или там, ну, те, которые незначительные в данном там персонаже, основе или там тому подобное, я не буду озвучивать. Значит, крит почти сотка, прочности 270, почти 2 ляма плюс урона, доп урон 230,5 и иммунитет 182%, также с половиной. Смотрим дальше. Вот кольцо. Значит, нужно уже 1700 материалов для прокачки. Следующее. Трансформа 70 плюс уровень, значит, это у нас уже идет трансформа 4 уровня. Вот такие вот статы. Все скиллы практически 4, один только 3. Это почти максимально. Следующее уже на 100 уровне, уже будет последняя 5 трансформа. Расстановка на данный момент вот такая вот. Так, по статам дополнительным бонус. Атака 10, ПВП атака 10% и плюс дэмэдж 30%. Так, книжка. Драконы не максимально вкачаны, но вкачиваются по чуть-чуть. А богинки вкачаны все максимально до 10. По статам, в принципе, вот статы, но так как это основа, статы базовые не дают еще на процент нормально прирост, скажем так. Дальше смотрим. Здесь мы посмотрим. Godly Orb. Значит, на Enda 4-3-7% на Enda. И на Exa у нас 5-1-6% на Exa. В принципе, вот. Вот так. Древо. Значит, размещение показываю быстренько. Здесь упор на уворот. Но, в принципе, и другими статами, такими как прочность, не брезгует, скажем. Вот здесь две карточки у ворота. По древу вот прокачка. Так, Энда. Здесь мы идем прочность, крит и также атаку. Так, смотрим. Не озвучиваю статы, потому что если я начну сейчас перечитывать каждую циферку, то это реально будет очень долго. Я хочу сделать быстрый обзор, чтобы не тратить ваше и свое время на нужных статах, и вы сами можете остановиться. Здесь вот упор на парирование, естественно, в экзо. Парирование и прочность. Прочность спорная, если недостаточно парирования, тогда вы уже поднимаете еще и прочность, но... В принципе, максимально нужно разгонять парирование, тогда можно прочность вообще зарезать. Вот неплохая карточка, ну как неплохая, офигенная, я бы сказал. На парирование, два стата только, не те, которые нужны. Вот,
принципе, цель вот сюда вот попасть. Но ребята пробовали, при прокачке одной линии не давало прокачать именно последний. То есть оно хочет, чтобы вы прокачали еще вот эти три, и только потом прокачивать ту последнюю. Так, так, по древу все. По героям. Так, размещение 3,4 миллиона. 29 миллионов хп, 776 атаки тысяч. По сокровищам на уворот, сокровища вкачано. И, в принципе, как вы видели, разгон идет под уворот. Здесь у ворота 48 тысяч. Основное. Дальше, что у нас? Энда. Энда у нас крит атака. Атаки 787 тысяч. Значит, сокровища на атаку крит вкачаны. Также сокровища вкачаны на прочность и сокровища на смертоносность. Смотрим, крита почти 138 тысяч, 108 тысяч прочности, 28,8 плюс доп урона и иммунитета 43%. Экза у нас 25,6 миллиона хп, 420 тысяч атаки, по 240 тысяч ПДФ МДФ. Сокровища все 20 звезд, 120 уровень. Покажу все сокровища, они максимальные, чтобы было видно, может, кому-то интересно. Далее по статам, почти 135 тысяч парирования, 144 тысячи прочности, 44% доп урона и 121 практически процент иммунитета. Рыцари, смотрим рыцари потихоньку. В рыцарях, как видите, вот Бахамут плюс 10, Бахамут плюс 8, Хель хотел сказать, Верданди плюс 10, все по 100 звезд. Это вот такие вот рыцари. Еще одна Верданди плюс 10 и Один плюс 10. Так, дальше что у нас по звездам? Звезды на атаку и, соответственно, еще звезды на атаку. Рунки, давайте рунки здесь покажу, так будет быстрее. Рунки сердца, сейчас полный комплект. Это у нас размещение. Это у нас энда. Прочность и хп. Основные статы. Значит, здесь парирование, прочность, хп, прочность. Так, что у нас дальше? По богинькам. Смотрим сразу в статах, в этих слотах. Значит, здесь максимально на крит. Богиня на крит плюс 1 проточена. Слот богини. Да, на крит плюс 1. Значит, здесь у нас крита почти 34 тысячи. Основное. То, что все богини максимально на крит. Которые. И в доп слоте тоже еще одна богинька на крит. Здесь у нас уворот, да, богинька на хп плюс 2, здесь 25% уворота, 75% хп и 25% парирования дает именно слот к богиням, к статам богинь. Значит, в доп слоте смертоносность хп, 2 афины. Так, энда, естественно, это крит атака, немножко еще прочность, так как слот Атлантида плюс 3 дает крита 50% прочности, 50% атаки, 75%. Поэтому имеем почти 23% крита. 23 тысячи крита, 17 тысяч прочности и атаки у нас 28 тысяч. Значит, здесь у нас идут мелодии на крит. Никс на крит. И здесь у нас прочность атака Демента и Фрейка. Крит, прочность. Первая богиня, которая появляется, в принципе, из адекватных по самому развитию. И до сих пор актуальна, скажем так. Здесь у нас все на парирование. Парирование 16 тысяч всего лишь. Но, тем не менее, это хорошо. Ну, это как бы 16 тысяч немного в общей, но как для богинь. Это, в принципе, хорошая цифра, 16 тысяч парирования. Вот. По артефактам. Артефакты все проточены одинаково в ряд.
То есть, если первый так, то и все остальные, поэтому показывать не буду. А здесь, значит, у нас основа и эндо у нас на атаку раскачаны. И стоят же также артефакты на атаку. И PvP-шные артефакты на размещении и на экзо. И как вы видите, размещение экзо проточено так, что вы можете сюда еще поставить сарацина, и он также будет активирован, потому что хп максимально, и здесь также хп максимально. Вы можете менять под билд. То есть вы можете поставить сюда сарацина, и он будет работать. Также сюда можно поставить сарацина, и он будет работать. Маунты покажу чисто просто кому-то интересно. Может, маунты все какие есть. Так, как богинки есть все. Я быстренько пробегусь. На статок не будем зацикливаться. Так, и вот еще Лолита. И вот. Так. Конь. Коней нечего показывать. Камни. Все основные слоты и доп-слоты прокачаны, благословлены максимально. Возможно. Поэтому показывать каждый слот отдельно я не буду. Я просто покажу камни. По цвету камней, я думаю, вы и так понимаете, какой из них какой. Поэтому опять-таки зацикливаться, озвучивать я не буду. И вы, если хотите, можете остановиться, посмотреть по камням. Потому что терять лишнее время свое и ваше, в принципе, не хочется. Так, размещение. Даже размещение, все дополнительные слоты открыты. Энда. Экзо. И вот снаряжение дракона. Как вы помните, первых 4 это основа. Далее 4 это размещение. Следующие 4 эндо. И последние 4 экзо. Также и доп слоты. 4, 4, 4, 4. Вот. Дальше что у нас? Драконы. Драконы все 4 звезды. По левелу только лето 200, остальные 150-160. Снаряжение дракона все 15-звездочное, максимальное. Прокачка идет только в основе атака. Это сейчас упор идет на атаку. И была немножко прокачка на хп, но в принципе сейчас основа атака. Не завезли еще выше 200-го левела. Так, бонус PvP по левелам это плюс 60 за 150 левелов. По звездам это 90 за 4 звезды. Так, здесь все максимально вкачано. Абсолютно максимально. Навыки драконов смотрим. Крит плюс урон. Атака крит. ХП и плюс 100 ПВП. Дальше смотрим. Атака прочность. ХП. Уворот ХП. Плюс урон смертоносность. И атака ХП. Дальше у нас атака крит, ПДФ, атака, смертоносность плюс урон и активированный плюс 10% атаки. Здесь ХП парирование, атака прочность, плюс урон и ХП. Также плюс 10% ХП у нас от 4 золотых. Значит, вайпер, аспиды, которые, видите, я уже заговариваюсь, аспиды у нас... В принципе, это на пробой рубинов. Это на дополнительный урон при малом ХП у противника. Здесь бонус от смерти ваших экзо и эндо переносит атаку и плюс урон на основу. И это парирование, прокачанное на 254 максимально. Для того, чтобы увеличивать бонус парирования. Также есть в запасе еще 3 аспида для того, чтобы переключать по билдам, когда нужно. Но, в принципе, они пока стоят просто в запасе. Что у нас еще? Гены, да. Все гены стоят, выставлены. Вот все гены. Мы, в принципе, можем вот так вот посмотреть. Здесь будут и основные. И бонусы. Смотрим, значит, парирование. Вот парирование опять. Крит, 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 ХП, ХП, ХП. Плюс урон, крит, ХП. ХП, 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 прочность парирования, плюс урон ХП,
плюс урон, прочность, ХП и плюс урон. Это, в принципе, вот все гены. Здесь основные слоты и здесь 30% слоты. Так, что еще мы можем показать? Ну, здесь вот от зодиака бонус можем показать. Вот. Здесь типа, плюс 5%, ой, плюс 5%, плюс 5 ПВП. Ну и вот основные статы от именно проточки, от вот этой. Так, в принципе, вроде как показал все. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии. Также я хотел спросить, может быть, есть желание посмотреть на все костюмы и все, там, все снаряжения, все кони и тому подобное. То, что есть куплено на этом персонаже. Возможно, это интересно. Если интересно, скажем так, fashion look, могу сделать отдельное видео. Напишите в комментариях, если вы хотите, то я сделаю. В принципе, вопросы также в комментарии. Пишите, буду рад. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.